Хаэнская газета «Диарио де Хаэн» уже несколько лет работает в школах с целью привить интерес к чтению среди самых маленьких. Журналисты приезжают в самые отдаленные города и села. Сегодня газета в гостях у ребят из городка Арбунель. Tenemos esa responsabilidad de querer que la gente lea nuestro periódico o el periódico que sea, porque un escolar, niño o niña perfectamente informado sabrá digerir y sabrá plantarse y plantearse un mundo distinto. Главный редактор Хуан объясняет детям, для чего нужны газеты, как их делают, и рассказывает, какие инструменты использовали журналистами в разное время. Periódico es un instrumento de convivencia, entre la escuela, el colegio y la casa de cada niño. На уроках ребята уже немного касались печатной прессы и знакомы со структурой газеты. Viendo las diferentes partes que tiene un periódico, la han estado buscando, señalando en cada una de las noticias que ellos han elegido. Pues me gustan las noticias estas, positivas, y los objetos de antiguamente, pues se utilizaban las máquinas de escribir y eso. Conoce historia, está informado. Es una manera muy buena de acercar a los niños a la realidad. Согласно опросам, 35% испанцев не читают никогда или почти никогда. Инициатива Хаэнской газеты направлена на развитие интереса к чтению и письму. Que conozcan lo que es la prensa, ¿no? Y sobre todo que escriban, motivarlos con la escritura. Для этого газета каждый год организует конкурс сочинений. В прошлом году в этом мероприятии приняло участие более 5000 школьников. Наверняка среди них найдутся будущие журналисты.